Всем доброго времени суток. Вас приветствует канал «Белорусское пчеловодство». Сегодня мы позвонили опять в Германию, уже к человеку, к нашему знакомому, с которым мы проводили онлайн-трансляцию на нашем канале YouTube «Белорусское пчеловодство», к Сергею Раушу. И сегодня в гости к Сергею Раушу заглянул заводчик пчел Бакфаст Вальдемар Кох со своей женой Натальей Ким. И задав им вопрос о том, могут ли они поприсутствовать у нас на онлайн-трансляции, ответить на вопросы наших зрителей нашего канала, подписчиков нашего канала о пчеле Бакфаст, на наш вопрос Вальдемар любезно согласился поучаствовать в онлайн-трансляции, дать ответы на вопросы. И я звоню с такой вам еще целью уточнить, какую бы вы тематику хотели, чтобы была онлайн-трансляция, Наталья? Так, ну желательно, нам бы хотелось ответить на следующий вопрос. Возможности и ресурсы для ведения селекционной работы в Германии, то есть у нас здесь. То есть ресурсы, которые вы имеете на сегодняшний день в Германии для ведения селекции пчел Бакфаст, какие-то закрытые случные облетники, я так понимаю, да, хотите обсудить какие-то острова, да, как ведется вообще селекция, как отбираются материнские, отцовские линии. Я понимаю, в этом ключе вы хотите диалог построить. Да, желательно. Ясно. Как Вальдемар, согласен на это? Согласен, поэтому приехал. Ясно. Добрый день. Да, еще раз добрый день вам, да. Я думаю, что мы сделаем для того, чтобы... Наталья у нас разговаривает на русском языке, Вальдемар на немецком. Я думаю, знаете, что, Наталья, мы сделаем? Мы попросим наших пользователей, наших подписчиков о том, чтобы они задавали вопросы нам. Сегодня у нас понедельник, мы записываем трансляцию, во вторник, завтра, 13 числа мы 13 записываем, 14 мы разместим уже на канале на YouTube у нас этот онлайн-трансляцию, анонс. И, как мы уже смотрели, мы запланируем нашу онлайн-трансляцию с Вальдемаром Кохом на вторник, 21 февраля 2017 года, на время 17:00-19:00 по Германии, по вашему времени. По нашему времени это будет 19:00-21:00. И я думаю, что в это время мы вложимся, будем стараться вопросы принимать до пятницы. То есть, получается, мы вопросы будем принимать наши до 17 числа. Объясняю почему, потому что вот этот языковой барьер, Наталье нужно перевести вопросы, Вальдемару нужно подготовиться к этим вопросам, и чтобы Наталья тоже для себя на русском уже подготовила конкретные ответы. Правильно, Наталья? Чтобы уже вы были в сути вопросов и знали, что отвечать. Правильно? Да, разумеется, разумеется. Этот вообще был бы идеальный вариант для нас. Ну, и как всегда говорят наши зрители, я всегда много разговариваю, может, Вальдемар что-то скажет. Möchtest du etwas für Weißrussländer Inka etwas sagen? Sage auf Deutsch. Was soll ich denn sagen? Wie lange du zum Beispiel... Ich mache zum Beispiel 40 Jahre, arbeite ich mit Bienen. Ich habe früher einen Leistungsprüfstand gehabt auf Kranika, das gleiche, was Säge heute macht. Habe ich früher mit Kranika auch gemacht, aber als Leistungsprüfung. Und heute mache ich nur noch Backfast, weil bauen größere Völker auf und schwärmen nicht so schnell und sind leicht zu führen. Und deine Situation ist das einfach besser. Ja. Jetzt musst du übersetzen. Du, Вальдемар занимается пчелами уже 30 лет, первые 20 лет он занимался карникой. И последние 10 только Бакфастом. Вот. Он отдал предпочтение Бакфасту, потому что они не роятся, не так сильно роятся и приносят больше меда, чем карника. У него, в общем-то, была возможность сравнить карнику с Бакфастом. Поэтому он перешел полностью на Бакфаст. Ну, это вот так вот в основном.
Ну и мы уже скажем заранее в нашем видео, что в системе Pedigree, так называемый, тоже Вальдемар есть представлен на страничке Pedigree, и есть по линиям, которая ведет Вальдемар, есть записи на этом сайте, правильно? То есть он включен, да, в общую, он в общую, включен в общую систему селекции пчел Бакфаст, я так понимаю, правильно? Да, да, и европейских бакфастчиков тоже. Да, европейских бакфастчиков, совершенно верно. Да. Ну, что вам хочу сказать. Спасибо, что согласились принять участие в нашей будущей онлайн-трансляции. Повторимся еще раз. Она у нас состоится 21 февраля 2017 года в 19:00 по Минску. И рады будем приветствовать вас у нас на канале. И я думаю, что вы будете рады ответить на вопросы наших пользователей. Всего хорошего. До свидания. Спасибо, что сегодня... принимали участие в нашей записи, в нашей онлайн-трансляции. Ждем вторника. До свидания. Спасибо и вам. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. В эфире. До свидания. До свидания. До свидания. Если вы уже подписаны на наш канал, не забудьте нажать вот на этот колокольчик. Нажав на него, вы будете получать оповещения о новых видео и о новых стримах на нашем канале. Сохранить.